Друзья, всем привет, вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. И мы скачем вызволять маму... Блять, Джека, по-моему. Так, да. То есть ему все равно, что сын его друга останется сиротой. Он только думает о деньгах. А сколько разговоров было? Выходит, он все эти годы лгал нам? Либо он сошел с ума, ну и дела, а? Да, похоже, возомнил себя Господом Богом или вроде того. Не знаю. Прости, что мы втянули тебя в это во все. Слушай, если бы вы тогда не заглянули в мой дом, я была бы сейчас мертва. И даже вот это все лучше, чем смерть. Я думал, что помогу Джону, Эбигейл, Джейку выпутаться из этой паутины. Помогу им начать новую жизнь, понимаешь? Я слишком долго тянул. Если мы вызволим Эбигейл, может, с ней и Джеком еще все будет хорошо. Джон, Хози, Мак, Дэвид, Дженни, Шон, Ленни. Пора положить этому конец. И парящий орел. Еще один озлобленный дурак, которого он использовал, как и всех нас. Как я и сказал, Артур, они нам не нужны. Мы с тобой исправим эту ошибку, ты и я. Лучше поздно, чем никогда. Вперед! Да согласен я с тобой. Ну что, мы на месте, давай здесь спешимся и обсудим, как действовать. Ну давай, спешимся. Чё ты не останавливаешься-то, а? Ван Хорн. Как ты себя чувствуешь там? Да я в порядке, нормально все. Ты меня прикрой, а я пойду туда за ней. Ну, я имею в виду, ты ведь стреляешь лучше, чем я. Ты совсем не это имеешь в виду. Я еще могу сражаться. Я знаю, Артур, просто... Давай сделаем это по-хорошему, а? Заберись куда-нибудь повыше, на маяк или вроде того. И прикрывай меня. Прошу тебя. Ладно, как скажешь. Уходи, уходи отсюда. Так, мы должны прикрывать ее. Хорошо, винтовка к арканам. Так, разрывные надрезанные. Давай, надрезанные, конечно. Надрезанные бьют быстрее. И наверняка. Так, еще выше, да? Мне войти нужно сюда? Точно. Ну, давай, 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 давай. Блин, как высоко-то, а? Еще лестница? Да вы что, прикалываетесь? Ну, залезай, Артур. Ну, я думаю, что отсюда будет хорошо очень видно. Ну что ж, мистер Милтон, где вы? Вот ты где, сволочь, а? Где Сэдди-то, а? Вот она. Прикрываем Сэдди. Ну чё, прощайте, чуваки. Так, вот. Бля. Да чтоб тебя. Тихо, тихо. Немножко ведет ствол. Чёртовы ублюдки. Давай, 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 беги, 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 беги. Бля. Отлично, скорее, скорее, сади. Дети, твари. О, я вижу одного. Стой на месте, сучонок. Где еще-то? А, вот этот, что ли? Нет. Бля, где они? А, вот ты, блядь, спрятался.
Попался. Да, извини, Сади, я не видел просто. Откуда палят-то? Ох ты, ублюдина! Стоять! Так, следующий. Бля, ну замри! Упырь! Так, все что ли? А где Сэдди? Я ее не вижу. А, зато я какого-то петуха вижу. Ну что, это был последний? Что-то я не понимаю. А, бля, это кто? Это Сэдди, что ли? Давай, Сэдди, шевелись. Ты где вообще была-то? Кругаля какие-то навернула, ты понимаешь? Твою ж мать, ее поймали! Блин, я выстрелить не могу. Ну что ж, мистер Милтон, полагаю, придется решить вопрос по-джентльменски. Да, Артур аж задыхается, уже бежит. Ну ничего, ничего, у нас есть суперстволы, и все будет хорошо. Ну что, вы готовы, суки, к смерти? Раз... Два. Хе-ха. Результативно. Кто следующий-то? Что у меня здесь есть? Полуавтоматический дробовик? Сойдет. Так, еще один. А, вон откуда он ко мне подбирается, сучонок. Так, во-во-во, тихо, тихо-тихо, дружочек, помедленней. Так, для глаз надо срочно сожрать что-нибудь. Да пошел ты нахер. Ты же уже холодненький. Иди остывай. Кто там по мне шмаляет? Нихера, ты еще жив? Так, у меня есть подарок для вас, ублюдки. Ловите. А вы что думали, я без подарков приду? Сукины дети. Ты петух, а? Вот педрюк. Еще один. Отлично. Сам ты бастер. Бля, стоять, скотина, не двигаться. Да, конечно. В щепки его. О! Тихо. Бля, спрятались, хорошо. Раз. Два. Пошел нахер, ты откуда вообще взялся-то, выблюдок? Банч, башки больше у него нет. Суки, а? Умри. Так, держитесь, баба, я иду. Банч. Раз. Два. Вот это результат, это я понимаю. На раз, два и все. Так, уходим, дамы, отсюда, уходим. Успокойтесь, мистер Морган. Ах ты, мадефака выбритая. Ты похож на жопу. Как вас пробрало-то, а? А ну да, да. Туберкулез. Скоро я умру. Может, харкни на него, харкни на него. Как и вы, мистер Милтон. А вы-то, несомненно, умрете, а вот я еще поживу. Да плюнь ты ему в рот прям. Я предлагал вам сделку, мистер Морган. Надо было соглашаться.
Пошел ты нахер, кусок говна. Ну, не у всех ваших товарищей так. А вот Мика Белл, что значит? Милиоши? Мы допрашивали ее несколько раз, и она держала рот на замке. А вот Мика Белл, мы его взяли, когда вы вернулись из вояжа. И с тех пор он вел себя как паинька. Ах, он кусок говна. Давай, 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 Артур, давай, сопротивляйся. Да, вы стали слабее, мистер Морган. А вы все гавкаете, словно пес, мистер Милтон. Опа, прям в ухо кто-то ему. Какая ж ты молодец, а? Ужасный человек. Да я бы сказал, он кусок говна. Ну, идем, вы оба, быстро. Слушай, Мика Белл, вот мразь, а. Он нас всех сдавал. Найдите лошадей, так. А что с Джеком, где он? С ним все в порядке, не волнуйся. Так, моя лошадка, вот она. Так, мне придется отстреливаться, правильно же я понимаю? Бля, и только из пистолета. Хорошо, давай возьмем, наверное, какой бы взять. Ай, блядь, прям так все вкусно, вот это возьмем. Тихонечко, и патроны надрезанные, естественно. Все будет в порядке, не волнуйся. Ты кому вообще? Мне, что ли? Да я... Смотри, спереди слева. Петушары! Все, крантец им. А справа на рельсах. Бля-бля-бля-бля-бля, сейчас я ему прострелю яйцо. Подожди, мне нужно что-нибудь сожрать, выпить, срочно покурить. Давай, 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 тяни быстрее, тяни. Ты цела, Эбигейл? Да, вроде да. А еще справа. Не волнуйся, они уже просто цинк 200. Все нормально. Следующие, суки. Вон еще налево. Спокойно. Сейчас я их всех похерачу. Сейчас тут перезаряжусь. Не знаю, в кого я попал, то ли в лошадь, то ли в него. Но это уже не важно. Ты больше их не видишь? Нет. О, секунду. Ну, вроде на карте не вижу. Да и так по сторонам вроде нет никого. Эти ублюдки схватили меня возле лагеря. Со мной были Тилли и Джек. Все произошло так быстро, что я даже не успел ничего понять. Все хорошо, Джек и Тилли в порядке. Дамы, дамы. Я в порядке, все, остановитесь, дайте я сам дальше. Подождите секунду. Артур, у нас нет времени. Есть, есть, есть время, есть. Давай, давай, слезай, слезай, слезай. Слезай с лошади, сказал. Что с Джоном? Где Джон? Я не... Вроде как... Давай, иди сюда. Артур. Его... Что? Его убили, либо поймали. Я не знаю, мне очень жаль, Эбигейл. Я был на поезде и не увидел... Нет, нет, нет. Слушай. Джека мы увезли, он в безопасности. Миссис Эллер отведет тебя к нему, но... Джон, я хочу, чтобы ты знала. Он тебя любил. Любил тебя и Джека, это правда. Он был не идеален, но он вас любил. Так, отправляйся к сыну уже давай быстрее. Идите отсюда нафиг.
Артур, ну что ты надумал? Мне нужно кое с кем поговорить. Артур, не надо только вот этого. Сейчас нет времени на это. Вы обе знаете об этом. Вы хорошие женщины. Хорошие люди. А лучше не найти. Поезжайте за мальчиком. Погрузить вы еще успеете. Если ты возвратишься туда, Артур, возьми вот это. Мне это больше ни к чему. Что это? В пещерах спрятана шкатулка в дальней стороне слева, под повозкой. Шкатулка Дача. Со всеми нашими деньгами, понимаешь? Знаю, Джон сказал тебе, но мне известно, где они. Эбигейл Робертс. Я всегда была хорошей воровкой. Это точно. Ладно, ладно, идите. О, старая шляпа. Чё-то мне это не нравится. Музыка, старая шляпа. Давай, давай, быстрее, 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 Артур. Ну, Мика Педрюк, сейчас мы ему напинаем по яйцам, отвечаю. Сука, он нас всех предал. Вот почему, короче, постоянно где-то что-то случается, и нас хоп-хлоп, и везде Пинкертоны. Тварь пузатая. Вы хороший человек. Жаль, что вы не сделали этого до того, как свели его в могилу. Непосильный труд. Че? А мне очень жаль, это страшная штука. Теперь ты можешь только решить, каким человеком тебе быть оставшееся время. А кто это говорил? Я эту фразу не помню вообще в игре. Ну, я все, конечно, не могу помнить, естественно. Что-то долго скачем. Ну, по крайней мере, мы сейчас отомстим этому пузатому скотиняке за все, что происходило с нами. А Дач, конечно, та еще тварь, но мы должны больше, чем сможем, чё? Я просто не хочу, чтобы кто-то еще умер, Дач. А, это Хози я говорил. Спасибо. В этом мире слишком мало доброты, я это точно могу сказать. Артур, может это знак? Постарайся совершить хорошие поступки. А это кто говорил? Это что, я не помню. Это, наверное, это монахиня. Так, лагерь уже где-то близко, я так понимаю. Я эту дорогу помню. Ну да, это лагерь. Собирайтесь побыстрее, мисс Гримшо. Давайте, шевелитесь. Мы стараемся как можем. У нас мало времени. Поторопитесь. Времени у нас достаточно, Мика. Нужно кое-что обсудить. А, чахоточный, ты вернулся. Ура. А сколько? Я только что повстречался с агентом Милтоном. Эбигейл его застрелила. С ней все хорошо. Хотя тебе вряд ли есть до него дело, да? Вы же крысы. Все до одного. Оказывается, наш Мика был с Милтоном на короткой ноге. Ты что такое несешь, пастушок? Ты нас сдал. Это ложь, черт возьми. Дач, Дач, подумай о будущем. Милтон сам мне рассказал. И ты ему поверил, чахоточный? Поверил? Все сходится. Нет.
Ничего не сходится. Дач, подумай. Дач, будь благоразумен. Дач! Джон? Вы бросили меня, суки! Вы бросили меня умирать! Мальчик мой! У меня не было выбора! Джон, у меня... Ты! У меня не было выбора! Бросил меня! Давайте! Выбирайте, за кого вы, потому что пора с этим кончать! Сколько лет, Дач! Ради этого подлеца? Да утихни ты, пастушок. Утихни. Ты витаешь в облаках. Нет, это ты помолчи, мистер Белл. И опусти оружие. Приближаются Пинкертоны, и быстро. Ах ты, петух! Ну что же? Кто из вас останется со мной? А кто предаст меня? Билл, Хавьер, подумайте своей головой. Он врет. Он врет. Опустите оружие. Блять, проклятие, уходим. Ты готов, Джон? Да. Да мать твою, опять эти Пинкертоны. Когда вы уже, блядь, все сдохнете-то? Уже и агента Милтона нет, а вы все пытаетесь нас достать. Так. Бля, за деревом. Готов, голубчик. Еще один. Отлично. Тихо, раз в глаз ему. И давай, мочите педрюков, а. Блин, у меня глаз кончается, надо курнуть что-нибудь срочно. Так, секундочку, сигары нет. Давай, ладно, бухнем. Подбухнем немножко. Так, ну давай вот эту хрен с ним. Всем стоять на месте. Да пошел бы ты знаешь куда. Петушок. Давай, Артур, надо выбираться. Сейчас выберемся. Да, их слишком много, бежим. Да бегу. Да, их слишком много. Да иду, не останавливаюсь. Я думал, может, бросить им динамита туда. Эти сволочи бросили меня умирать, Артур, ты понимаешь? Теперь для них это в порядке вещей. Артур, пошли за мной. Да иду, давай быстрее. Я быстрее тебя бегу. А Мика нас сдал, ты понял? Милтон сказал. Его надо было еще убить несколько месяцев назад. Пошли, Артур. Да я быстрее тебя бегу. Я даже знаю, куда бежать. Я здесь один разочек... А как это ты оказался быстрее? Нормально, идем. Не волнуйся, я сзади тебя. Уходим. Да, валим. Может, что-нибудь бросить им? Что с деньгами? Они здесь? Нет времени, потом вернемся. Они нас догонят, Артур, давай быстрее. Ты первый. Да. Я хочу, чтобы вы вытащили их сейчас же живыми отсюда. Или мертвыми. Давай туда динамит швырнем. По-моему, ушли мы от них. Эбигейл цела. И Джек цел. Где они? Сэдди отвела их в Копперхед Лендинг. Спасибо тебе большое, Артур. Бро, спасибо тебе. Я хочу, чтобы ты... не оглядывался назад, как я и сказал. Да, давай. Надо валить, короче. О, так еще и эти за нами, пидоры. Ну ладно. Убегите вместе с Джоном. Да блин, давай. Застрял немножко.
То есть, короче, дальше за нами охотятся? Вот мудак, а. Да сейчас что-нибудь возьму в руки, подожди. Может, пистолет? Не, давай лучше карабин. Артур, давай быстрее. Да скачу. Путь перекрыт. Да что перекрыт-то? Тут целая армия говнюков этих. Подожди меня, я тебе говорю. Путь перекрыт, я же их всех поубивал. Можно было проскакать вперед. Слева, Артур. Да похую. Давай, валим. О, там наверху. Сейчас еще вот так вот. Отлично, все, они трупы. Блин. Они что, лошадь мою подстрелили? Вот суки. Вам пиздец. Никто не смеет трогать мою лошадь. Бля, где лошадь-то? Да твою ж мать, а? Я ее столько кормил, поил. Гладил. Ну же, брат, уходим. Уходим, бро. Одну секунду. Ну же. Вперед, Артур. Да, да. Тихо. Спасибо. Артур. Ну же, Артур. Идем. А как же деньги? Эбигейл дала мне ключ. А если я туда пойду, то не успею глазом моргнуть, как меня убьют. У меня же семья, но ты, да, ты прав. Тебе нужны деньги? Ты за ними иди. А мне пора к семье. Помочь Джону добраться до безопасного места? Да, конечно. Хер с деньгами. Я с тобой. Я вытащу тебя из этого дерьма. Да не за что. Так, стволы. Надо забраться повыше. Хорошо, сейчас заберемся. Экспресс-патроны. Так, за деньги не переживай. Да я не переживаю уже. Я понял, что я за ними вернусь. Давай мы тебя вытащим. Валим быстрее. А, бля, для глаз надо принять что-нибудь. А второго плана есть уровня что-то? Нет, ничего. Только это, блин, гринная настойка. Черт! Давай заберемся еще выше. Иди один. Артур, давай поднажми. Бегу. Давай, дружок, поднажми. Так, может, что-нибудь сожрем тогда, пока мы здесь. Спрячься за скалу, Артур. За какую, блядь, скалу? Ах, вы пидрюки! Прячься за скалу. Я вам, блядь, сейчас покажу. Вот так вот. Следуй за Джоном. Надо уходить. Уходим. Нужно выбираться отсюда. Это я уже понял. Ну же, Артур, давай, пошли. Иди один. Не сдавайся, Артур. Нет. Все, нет. Я больше не в состоянии. Давай, уходи. Но только не надо вот этого, а? Ну не сейчас. Обоим нам не выбраться. Уходи. Давай, сейчас же. Я их задержу. Окажи мне такую услугу. Прошу тебя. На разговор уже нет времени. На мою сумку, короче. И уходи отсюда. Артур, возвращайся к семье, мать твою, Артур. Покажи, что ты мужчина, черт бы тебя побрал. Ты мне бро. Я знаю. Я знаю.
Ну, будь вы прокляты, сволочи! Где они? Да я их не... А, во! Держи. Держи, свинец, скорей. Бля, этот... Сраный, блядь, камень мешает. А у меня уже этих больше нету. Прикинь. А, я же сумку отдал. Мика. Педрила жирная. Попался чехоточный. Ах, ты предатель. Я просто хочу выжить, чехоточный. Хочу выжить. Жизнь или смерть. Пошел в жопу. Блин, а? Ах ты, сука волосатая. Надо тебя было кончить. Ну-ка, отвали от меня, педрюк. Бля. Вот так вот. Пошел в жопу. Ах ты, сучонок. На, на. Оба. Оба. Сука жирная. Оп! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да, блядь, блокируй! Я уже одолел тебя! Опа! Словил? Надеюсь, ты готовил, готов отправиться в ад, сучонок! Не-не-не-не-не-не-не! Милтон мне все рассказал! Мразь! Бля! Ну иди сюда! Иди сюда! Иди! Оп! Оп, сука. А, на, на, падла, на, на. Ах ты, блядь, все-таки он сильнее меня, да? Еще, 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 еще. Еще, давай, 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 Артур. Давай, скинь эту суку. Да в другую сторону надо было кидать. Ну что ж ты творишь-то? На, блядь, на. Сука, предатель, падла, тварь. Конченая мразь. Отпусти меня! Оба! Бля! Еще остались у тебя силы сражаться, да? Конечно, остались. Для тебя всегда остались. У тебя вон в волосах какая-то херня ползает. Отвали от меня, тебе, блядь, сказал. Да, блядь, отвали от меня! Сволота! Оп! Ну, последний ударчик. Опа. Опа, давай его скинем. Оп, оп, бля, кидай. Да не тут, ну почему ты его постоянно откидываешь обратно? Неужели ты не видишь, что я победил? Сука, когда ж ты сдохнешь, а? Опа, это уже нечестно, Мика. Опа. Опа. По яйцам ему. Пиздюк, а? О, ствол. Застрели эту падаль. А, бля. Еще и пистолет облетел, короче. Да чтоб вас всех, а? Ползти, ползти, давай, ползу, 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 давай. Ты не успеешь дотянуться до этого револьвера. Не надейся. Да ползи, 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 не слушай тут придурь. Давай, 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 давай. Что там нажимать, не знаю, блядь. Что делать-то? Несмотря ни на что, Мика, ты мудак. Я все же выиграл. Нажимать или ползти, я не понимаю, что делать. Блять, ну как вот можно было так вот сделать? Даже ни стрелочку, ничего, а? Просто нажимать или что делать-то, блять? Черт бы побрал. Опа, это что такое? Все кончено. Дач? Артур?
Все кончено. О, Дач! Он предатель. Ты это знаешь, и я это знаю. Он болен. Он умирает. И несет бред. Там, наверху, на скале. Я отдал тебе все, Дач. Все отдал. Я... Давай, Дач. Пойдем, старина. Мы выиграли. Победили, понимаешь? Пойдем. Выиграл Джон. И только он один. Остальные? Нет. Но я пытался. И в конце концов я смог. Ну же, пойдем. Мы еще успеем уйти. Так, Дач тоже уходит. Да, вы оба, блядь, крысы, реально. Пойдем, Дач. Давай! Да, ты остался один, крыса. Блин, Артура жалко. Честно говоря, я не ожидал такого поворота событий. Вообще как-то неожиданно просто. Я думал, он все-таки умрет чуть позже. Ну, по крайней мере, Артур через... перед смертью все-таки исправил многое.